Понимаешь? Она погладит вот ее? В каком-то таком, да, будет, во, в каком-то, да, таком, да, будет идеально. Да, 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 вот такое, типа, ну, тут какая-то корова будет. Да я понимаю, но я имею в виду, что... Я хочу вот как цыган одеться вообще. Бля, оденься в Dolce & Gabbana, это будет такой W. Не, вот это такое можно. Ты хочешь без одежды прийти? А, по-моему, вот это будет именно в плане... Это хорошо. Это ты, типа, выглядишь уж норм. Бля, и ты будешь понял, типа, этот... тебе будет комфортнее. Подожди, так... Ну так не должно быть, или так должно быть? Что? В смысле, это я откусил? Нет, так не должно же быть. Почему? Ну это странный какой-то крой. Это просто пошив такой. А сколько стоит? Просто я хочу одеться так, чтобы у меня не было такого, что я прел как долбай. Я лучше, проще как-то оденусь, чем я буду на свадьбе сидеть, у меня пот будет течь, и градусы будут. Как ты можешь одеться как долбай? В смысле, вот он, когда, куда мы тогда заходили, он говорит, я буду в пиджаке, чтобы будет жарко, я буду в пиджаке, в классике. Нет, я сказал, что я сниму пиджак. А, я сказал, что я не знаю, как... Вот я бы в чем-то таком был. Ну, чат, вот можно в таком на свадьбу прийти? Ну, тут видишь, вот эта хрень мне не нравится. Мы ее оторвем. Пиджак иметь? Это свадьба в Турции, в 28 пишут, да, градусов. Да. Какой пиджак? Ну, его снимать можно. Не, реально короткую поло взять вот такую. Да, и джинсы. Поло это прям имба. И что-то, если есть какая-то легкая накидка, понял? Типа, чтобы накидывать сверху, такое типа... Кому накидывать? Как сложно, я ебал. I need... С кем же говорит? Polo in this polo. Polo. Polo, yes. Polo or... как рубашка будет написана? Да покажи ему просто. Вот эта штука минус слабит как будто. Это вообще минус слабит. Это что, так это прям... Ей пишет and Coca-Cola Zero. Го еще Polo поищу. Не, Polo это самый... Не, вот такие штанишки захотел резко. Напомни ему, что он свидетель. И что? В смысле, он знает? Да нет? Свидетель что? Это значит, что я должен одеться... Мне кажется, вот они в чате правильно подписали, что эти брюки на подшив. Что, типа, чат это на подшив брюки или нет? Братан, если... никто не будет смотреть на твои брюки. Да не, ну это полная хуйня. На низ особенно. О, подержи. Да, хорошая. Хороший. Это не Polo, да? Ну, и тебя тут будет сдавливать, если что. Кого? Будет музыка. Да не. Что это за пижама какая-то? А где это твоя переодевалка? Как это называется? Where is changing room? Туда, короче, налево один. Надо понять, какой я цвет буду собираться. Какой-то типа... Да пластику надо, черно-белый. Я бы вот такие взял, кефтеме, бля. Ну пошли искать что-то. Свидетель должен быть одетым как жених плюс-минус. Ну, блин, просто как он оденется один в один и все. Что надо сделать? Ищет нас. Заебал он. Открой стрим. Брат, я уже чувствую, что будет. Почему? Бля, хороший ты пацан. Не. Какой жених, бля. Ну, как бы чуть-чуть не села. Кто не сел? Оху. Ну, маловато? Ну это за 700 евро футболка, но это пиздец. Я еще говорил в плане животика, видишь, на тебя тянуло. Я просто писать еще хочу очень сильно. Брат, это, ну, не то. Да на самом хули вы ржете, ебать. Это тебя тянуло сильно как-то. Это ты тепло пиздец одет, ты же понимаешь? Надо вот Polo какую-то, да? Это вот именно, Polo, это да. Очень штаны тепло. Штаны нормально? Да, штаны как будто нормально. Только тебе как будто формочки штаны готовили, понял? Под макароны. Че, вы там ничего не нашли? Да не, ищем. Нет, мы, я не знаю. Я ищу. Ты должен все искать, да. Я если что, ну... Да, рубашку попробовать? Да. Вы попробуйте. Понимаю. Это ларч. Ну она, что-то ты в ней, это, наверное, странно, она типа понял вот так вот. Не. Майнкрафтер. Нет. Чисто Роблокс. Это ларч, чтобы ты понимал. Она, ну, брат, я если так... Брат, ёча сиська, да ну, я если вот забывал. Так, если вот так руки сделаю, блин, если вот так руки сделаю, но вот тут все рэпнет, понял? Это ларч. Теперь чё? О! Надо комфортабл. Ну, я не знаю, он говорит, что так должно быть. Мне вообще неудобно. Чат-то так должно быть или нет? Что это он сделал? Он просто, Вадя, ты перекачался немного. This is your size. Exactly. Ну, я не знаю. Это классика. Сколько должно быть неудобно? He feels very uncomfortable. Yeah, he сказал... does on him. Also, this is the biggest size. This is the biggest. Хороший, мне нравится. Yeah, мне прям нравится, как она села, такой мой размер. Nice. Да.
Колян, попроси какие-то еще туфли мне коричневые. And he needs some shoes for that. Some brown shoes. Brown shoes. Or black, maybe. Да ну нахуй, брат. Я же ничего сделать даже не могу. Тебе не надо что делать, ты же не женишься. Школяров собирают. Ну, на 1 сентября. Yes? Соли говорит. Какой сайт? Макс. 42-43. 43. 42-43. 43 is better. Дайте померить шмотки. О, да ну нахуй, брат. Что вы тут, пацаны? Йосип. Йосип ворвался резко. Опа. Нормально, тип просто в мою раздевалку зашел. Говорит, идеальный сайт. Чел кабан. Не, вообще Андрей никуда. Ну да. Он говорит, так должно быть. А растянется? Палагин. Это говорит, не спорт, понял? Говорит, так. Палагин он добит, ребят. А мне вообще. Ревенч. Бред вообще. Не знаю. Полу 700 евро, нахуй. Она маленькая, нет? Ты вот так на свадьбу? Не, тебе надо полу, злой. Ты просто футболку берешь? Я уже рубашку взял себе прикольную, вот футболку хочу взять. Такую. Ну, хорошо, что переодеться потом? Не, просто взять. Мне дохуелир просто набрать что-то. Да вон чипсу набери лучше. Чипсу подари. О. По сценарию, как всегда, что давай, ты хочешь? На стриме. Да, не что знаю, ты хочешь? Мне надо одежду, блин. Вот давай. Он тут боится цены на... Пойдем, тебе что-то куплю. Что? Давай. Я тебе сейчас запретку, ёб. Кто стримит? Я. Пойдем, я тебе куплю вещи. Ты делай запретку. Мне надо где-то найти брюки просто, я не знаю, где их найти. Рубашка пойдет, он нравится. Мы в магазине хотел, не знаю, где найти. Нет. Тип, если что, за два дня практически лям вывел. Применяется ублюдок. Кто, он? Да. Ты долларовый миллионер? Нет. А что ты имеешь? Так у меня нет с собой. А где? А где? А где? Что где? Excuse me. Макс, налички с собой или что? Сколько? Ну... 60. Купить тебе что-то, пойдем. Я хуй знаю, что с этой штукой делать. Сейчас она принесет больше. Не, на самом деле нормально сидит, просто тебе неудобно и все. Она нормально сидит, но она неудобная вообще. Брат, она как... Ну, красиво, но что-то как будто пошире надо тебе, нет? Вообще не то, если честно. Прям не твое. У тебя какие-то широкие плечи, узкая талия. Вот это хуйня у тебя, короче, вообще не твой формат. На мне только так стать. А ну, руки опусти. Пока не опустили. Она странно сидит. Он говорит, что так должно быть. Она смотрит. Она длинная такая. Она какая-то странная. Поло? Поло просто. Поло зайди посмотри. Там они не такого материала. Там они типа... Более теннисного. Типа? Более теннисного материала. Дай глядь. Это прям такой... Понял, просто мне прикол. Мне надо же быть как плюс-минус. Как... Официал, короче. Да. И он говорит, он будет просто в черно-белом. Он говорит, у него белая рубашка, черный костюм. Просто может это на размер больше? Смотри, вот я спросил, он говорит, не надо, это твой размер. А не, пусть, ну, он сейчас пошел посмотреть еще один. Качать. Слушай, померяй вот. Можно просто сзади надрезать чуть, чтобы оно все было. Кстати, в пиджаке будет. Ладно, идемте что-то еще посмотрим. Если ее сзади надрезать, это, кстати, имба идея. Все, сейчас. Мультивселенная сейчас окунулась, я понимаю. Пойдем что-то еще посмотрим. А вот и понял, я себя чувствую, как будто я в Майнкрафте. Короче, что тебе не нравится? Do you have some... Do you have some, like, similar shirt, but... It's don't record. No, I'm recording him. No, don't record in store. It's formidable. Why? No. You said don't record you. No, no, it's public area. Yes. Please don't record. No, включи на себя просто все. I can record myself? Only yourself, maybe. But it's impossible. Record yourself. Okay. Yeah, you ask something here. I'm listening. Can you bring like something similar, like, but I don't know, some bigger on the size. I don't know. I need more classic shoes. Что он говорит? Он говорит, что так и должно быть, потому что типа это не спорт, оно так и должно чувствоваться. Но мне в принципе, когда я накину что-то сверху, мне будет без разницы. Ну да. Потому что тебе самому удобно было. Да не будет мне в нем удобно, в любом случае. Ну, тоже верно. Даже если он больше принесет, но она будет чуть больше. Смотри, вот она начинает уже репеть вот тут. Не знаю, то есть я поздравляю его. Это еще не все застегнуты. А ну заправь, что вот не застегнуты. Заправь ее. Заправь. Не, а зачем? Я не буду заправлять. Я не знаю, почему она так приелась стали. Она потому что длинная, брат. Она как будто на тебя, понял? Угу. На меня. Так это значит, тут порезанная, смотри. Представляешь, она не порезанная была бы. Yes. Она бы вообще вот так вот была бы просто. Угу. Ну ладно.
Да, я вообще вот так в шортах ходил. Да, так, вообще, в смысле, так никто не ходил, так именно бомба, брат. Вот так просто приду, именно дружок, понял? Блажен. Здоровья, счастья, благополучия. Что, ты рубашку нашел себе? Да, селинчик. Бля, обожаю рубашки. Бля, именно ужасно выглядит. Да-да. Да, отвратительно. Почему отвратительно? Не, ну сидит обычно. Охуенная рубашка, бля. Я обожаю рубашки. Тут ты облился вином. Ты вот сначала кофе, потом соком облился, там порыгали на тебя. Бля. Она маленькая, нет, разве? Братан, ты посмотри крупный. На мою, блядь! Попробуй руки поднять вверх, хватит. Я вообще не могу, смотри, как это делать. Руки вверх. Все ломается. Руки вверх. Все, ломается. Ребята, всем привет, блядь. Ну, она прикольная, но маленькая, блядь. Она какой-то очень... Ну что это? Вот это не должно такого быть. Вот ты пол рукава. Ну, честно, она реально... Еще и пацаны, да, подсосались, да? Да. Вот они прямо. Не, у тебя пена сидит? Нет, от него. Боры на 1 сентября. Да пиздец. Я родители где-то. Бля, меня мама в школу заставляла в костюме ходить. А все ходили в чем угодно. Это рубашка. Пойду еще что-то выберу. Я руку по усы велика уебал. Ну, челик на меня побежал резко, я уебал в него, блядь. Упал и сломал руку. Ну там на запястье, короче. На запястье роликс и. Короче, я думаю, что я по-любому должен вот так идти. Прям серьезно. Ты все-таки хочешь в этой рубашке? Если он будет черно-белым, я не хочу стоять рядом с ним в поло. Ну тебе надо штанишки сейчас выбрать. Да возьми. Нет, тебе. Здесь 42 and half. Че? 40.5. Ага. Do you have small? Какой тебе размер нужен, скилл? Я скажу. Что? Какой тебе размер? Я не знаю, брат. Надо посмотреть, какие есть. Тебе хочешь меньше? Да. Ну, короче, вот. Он смог. Yes. Слышь, брат. Ну, как будто под полу и туфли вообще. Я именно идиот, как будто. Ну, это какие-то семечки щелкать сейчас на улице. Бля, кстати, там иди в этих кедах-то и все. Нет? Как будто бы, да. Как уже. Будто норм. Подержи. Как-то подержи. Тебе на штаны еще подобрать будет. Я не нашел штанов ни одних. Так. Так не нашел. Ну нету. Не, ну кстати, я могу после заправленного варианта, это, кстати, не так и плохо выглядит. А где ты? Ну да. Я здесь. А. Бать, мы тут забрали просто типа гримерки. Да норм, что ж наверх что-то накинул. Ну, пиджачок. Черный-то и все. Мне вот это покупать? Тебе надо с пиджаком померить, потому что рубашку почти не видно. Там видно только, да, там только воротник и этот. Где рубашка? Где у него спрос сейчас? Какой-то черный, блэк. Фирма называется Корнели Али. Ну? Эффективное появление пиджака. Без рукавов? Пиджаки такие есть разве? Брат, куда? Ну, если ты сам не можешь пиджак одеть, значит он тебе маленький. Оп. Это лайфхак, я его прочитал в интернете. А рубашка без рукавов? Так это поло называется. Новая серия Джеймс Бонда? Ага. Вау. Красиво, да, ты прям, ну, шорты. Кстати, жених. Шорты бы нахуй. И жених. Что-то у тебя не по размеру. Как думаешь, что? Ну, пиджак как будто больше надо, не? Не, ну тут еще шорты, понимаешь, сильно выбивают. Бардан, а что это за... Я наверх смотрю. Тут дырка, и тут дырка. Слушайте, что скажете, пацаны? Должна быть это... Ну, так чисто миллионер долларовый. Такой носил бы. Где это будет? Тебе дадут ее? Не, и тут дырка, и тут дырка. Бля, он оставит что-то? Да. А, в одном должна быть пуговица. Как будто... Не, маленький. Ну, вообще, не, но... Маленький. Надо подходить. Надо побольше. Не под это тело. I got this one for you, for small size. Yes. And also I got that one for you. Ааа. А, внутренние, да? I
Ну, как будто тебе мало. А теперь мне не дышать? Привет. Нет, брат, нет, ну это вообще, у тебя сейчас пуговица оторвется. Тебе надо прям вот как солдатик стоять. Нет. Возьми рубашку. У меня рук не хватает просто. С тобой что? Успокойся. Стоп, а зачем мне застегивать, брат? Мне не нужно застегивать. Мне же, я по-любому не буду, зачем мне застегивать? Непонятно. Влади, давай отмена с расставанием. В смысле? Да, уже более-менее. Че? Нормально? Брат, ну, нормально. Штаны я не подберу точно. Сайз твой. Нет, кстати, а что это за... Че? WW написано что-то. Так это WT. Ну, рубашка хорошая. Это WT. Осталось еще штаны. Они могут мне, чтобы она не помялась, сделать? В смысле? Ну, что, она будет мята, если не упакуют? Ну, в этом, в отеле погладим. Дети, кто погладит тебя? Не, вот так, ну, так красиво. Ну, вот это, шо это за пи... Ну, капец. Что? Макс, что ты понимал, ну, именно в 700 раз удобней. Я вспомнил, опять что я человек. Все, я норм, так, кривое это зеркало. Норм. А ну, сдевайся, блядь. Ну, плачь. Все, как тебе удобно, блядь. Снимаю тоже. Не, мне нравится. Все, с тобой вот что? Понял. А что это за фирма, я не понял. Прочитай название фирмы, братан. Давай. У меня такая же рубашка. Кого? Слышь? Во, подожди, у меня такая же рубашка будет. Во, вот. Так мы два Йо Юнгин. А, так у меня вот такие есть. Ну, Моника оценит. Я думаю. Не снимаю. Кого? Я это точно не буду делать. Как ты думаешь, 27 градусов я точно не буду. Нет, это понятно. Как думаешь, вот просто так и купить какие-то кеды или сделать, как предложили в чате, вот так вот? Как? Так, я просто писать хочу. И еще ремень вот так вот. Только на геномбуке на попробуем. Блин, ремень прикольный. Прикольно, да? Вот я тоже думаю, что может быть. Ремень прям даст вайбу. Чат, мне надо... Ты что, какой-то понял, козырный хочешь? Мне надо... Че, черные, да, эти брюки? Под эту шляпу, да. Ну, я их нигде не могу найти, на. Я не знаю. Там только вот те джинсы есть и все. Кстати, неплохо. Может, тебе какую-то бабочку еще красную на? Не снимай, да мне похуй. Макс, на, подержи, я пойду искать. Я сейчас, погоди, я сейчас прошу. А как? Касам, поддержишь? Я пойду искать. Брюки. Не вкрестал. Рука болит чуть. And I will have watch. Цены Гена Букин. How you do this? Below 50. When will you use? Tomorrow. When? When? Do we have time for fixing? А во сколько у нас? Не знаю, ты в 6 утра уже начинаешь. Ну в 6 утра, а я должен быть в 6 утра. Ты что? А че? Ты попробовал? А, не подошли они. Может ремень какой-то этот коричневый ремень. Well, but it's not too bad. Че? Так не носит? Говорит, не надо. Mm. Не надо? One more question. You do this? Yeah. When we fix it, it will be better, but it's not must. What will it to fix? Я тоже думаю, что полу не заправляется. Смотри, кстати, как будто лучше выглядит, да, вот тут? В смысле, по канону надо, чтобы рубашечка чуть-чуть из пиджака торчала. Так и надо, вот так носится, если что. Yeah, but this... I need this jacket. Shirt should be here? Or yeah, no? A bit. A bit, okay. Like at morning. Oh, it's impossible. No time to fix it. Так я... Так я это сам могу пофиксить. А подвернуть, делать? И булавочки сделать. I can do this for myself, I think. Yeah. Yeah. Я понял, короче, я булавочкой сделаю. Слушай, а сколько они по времени будут подрезать? Он сказал, что в понедельник подрезать. То есть он мне типа не сможет, да, вот это отрезать? It's too big for you. Yeah. Нет, это можно подрезать. Can you cut this? Они должны быть подрезаны. Today? Ah. Он не подходит, да, по цвету? Do you think it's nice together? I don't think so. Что сказал? Уже говорит. Yeah. Ну все, тогда не надо. It's too big for you. Yeah, yeah, pants. Yeah, sure.
Do you want any color? I don't know. Maybe just a black. Can we like something brown? Look. We can try. Yeah. But the smallest size is big for him, for your friend. Большой size. Yeah. Because she's and skills. Для тебя самый маленький размер большой, говорят. Типа, если что, говорит, говорит, жара, типа, когда мы зашли в магазин смокингов, говорит, типа, что я ему сюда прощаю, я не буду смокинг одевать. Хочется смокинг и рубашки, блядь. Да не, ну, ему не, надо, он, ему он, надо одеть. Он свидетель. Он свидетель, ему надо. Ему надо пиджак 100%, носить, понятно, носить да, не да. будет, надо купить. Он мне сказал, короче, я ему показал тапки, которые я хочу, он сказал, что это идеально. Nice. За то, что я собираю. Nice. Ну, возможно, он просто, конечно, так. Не, ну, скажу, он сказал. Ну он сейчас принесет. Я просто посмотрел, бля, они мне понравились, и он сказал, что это прям, это идеально. Хорошо, Лик, готов. Сейчас он принесет все. И это, понял, я, короче, ботинки, которые я ему сказал, которые хочу, он сказал, что мне понравилось. Будет. Там, все. Короче, мне две девочки помогали выбирать в магазине. Я сильно ботинки такие пи***ты. Ну я принес ботинки, они стоят типа 200 тысяч. Ну я тоже такие же. Нет, я не все. Я за 200 тысяч, блядь. Мы сейчас закупимся. Я же не свидетель, блядь. Нет, ну да. Факт. Прикол в том, что по мы будем валить, не по ты будешь валить. Да, это, вот это факт. Самое хуевое для меня. Я тоже хотел бы. Какая разница, я просто бы потусил на свадьбе, но я понимаю, что ну, я не могу. Бля, ты понимаешь, что даже пить не могу? Почему? Ну потому что я когда напиваюсь, я хуй творю. Ну тоже верно, кстати. Запретки полетят. Я там с мамой злого такого кипиша наделаю. А сюда же эти. Не, ну потом же ты все равно будешь пить. Ну потом да. Сюда же идеально подойдут роликсы, по сути. Не знаю. Я не стилист. Слышишь? Я думаю, спрашиваем у него. А? Почему не будет видно? Вот они здесь будут. А у тебя все с собой? Ну, мама привезет. Ну, для вида можно было какие-то часы даже купить, которые идеально подошли. Макс, ты что решил? Маленькие такие. Я вот это все возьму, а кеды просто коричневые или белые, просто простые кеды куплю в другом магазине и все. Понял. Ну, либо даже в этих. На кроссовке 200 тысяч тратить. Факт. А что, тебе шузы стоили 200 тысяч? Да, даже больше. Они стоили 2500 долларов. Угу. Так скилл с тапочкой поедет, значит? Сланцев. Бля, я клянусь, надо было скиллзора не одевать. Он бы пришел просто, типа, понял, он просто в шортах, в футболке. Не, чипс уже в тексте, если что, все, он потух. Почему? Ну все, он ничего не мог подобрать. Ну все, уже в тексте? Да, да, он уже в тексте. Так время еще ж куча, пиздец. Ну мы только начали, по сути. Да, у нас время еще куча. Бля, люди по 3 дня одеваются. Что-то хрень мне точно надо. Пацаны, она мне что-то минусует. Вот для полноты картины, так сказать. Сколько стоит? Да да хуй, да похуй. Если похуй, что подходило. Не, посмотрите, ну, блин. Там надо одеться, блин. Чё, не без одежды идти? Тоже правильно. Что ты фирма сказал? Я хочу больше спросить, чем можно это заменить? Это 40... 30 тысяч стоит. Заменить эту хуйню для руки, 10, блядь. 10 чтоб она более красивая была, чтоб 10. Я носил руку в этой хуйне. Нормально. Вот эту легкую ебучую. Тебе еще кроссовки нужны какие-то? Ботинки? Ну да. Блять, ботинки как будто самые сложные. Угу. Чем принесут ботинки? Носки же еще нужны какие-то. Типа. Ну, просто дефолт белые, либо черные. Да, такие какие-то полупрозрачные, знаешь, такие типа. Надевают. Это большие как будто. Надо меньше. А меряй? Нет, они большие, видно же. Что их мерить? А, да, тоже верно. Да, видно. Так ты не мог раньше это делать? Что? Давай ему скажем размер попросим. Сколько стоит? 10. 10 тысяч? Ну это 20 тысяч рублей. Нормально. Да, ну, да. А, в рублях это 20? Ну, 20. Они в двум? 25, получается. В смысле, 3 же курс лиры, нет? Да, 30. Значит, 30, чуть перепутал. Дома буду все равно... У меня даже речь не заготовлена. Нормально, да. Придумываю сегодня. Это, конечно, волнительно. Да я что-то, походу, уже переволновался, уже не волнуюсь что-то. Я не знаю, блядь, половина... Свидетели на свадьбу молчат и не делают. Да, только он мне сказал, братан, ты будешь участвовать везде. Да нормально, там мама слово завезет контент, на чипс нажрется, пойдет. Я говорю, я везде с Анжелой буду ходить. А с мамой слово? Да, я везде. Чипс сказал, что Моргенштерн ебашит. Он может, кстати. Он совсем может, крепыш. Поэтому там без себя контента хватит. Интересно, вот эти конкурсы кринжовые, типа. Вот эти бутылочки, надо туда попадать. Здесь ты во всех таких будешь участвовать. А я вам сказал, что надо. Я буду тебя снимать еще. Надо сесть на бутылочку? Да. Нет, тебя привязывают карандашик, ставят бутылку, и ты должен карандашиком вот так вот в бутылочку попасть. И так присаживайся на бутылку.
А можно просто сесть на них? С жопой. Хороший костюм. Ну, без. Я сказал, шея без. Нам надо всем купить по рубашечке, просто белый и черный пиджак. И выходить в Белград просто. О. А Белград почему? Ну вот это лучше выглядит, это когда так белая сперма. Так и должно быть, да. Так тебе типа одна сторона нормальная, другая нет? Я в плане торчить чуть-чуть. Да, там чуть-чуть подвернуть, он сказал, да я сделаю это такой прикольный. А у тебя будет какой-то галстук, либо бабочка? Суперклей, вот я не знаю, что по поводу галстука и бабочки. Бабочка вообще не охота. Как будто наоборот можно уебать красную бабочку, чтобы выделялась. Свадьба завтра, да, вроде? 15:00 начало у всех. И стрим будет сразу, да? Да. 15:00 стрим или у вас сколько? Не знаю, но я надеюсь, что прям сразу стрим будет. Ну, в 15:00 раньше не может быть. Будет. Да, скорее всего, раньше не будет, скорее всего, 15:00 прям стрим. Ладно, я постримлю до зубра его, дам ему рыдульку, подогрею его. Как подарок на день рождения. О, подарок. Знаешь. Чуть хайпа дам ему. Сейчас приходишь просто к зубру до полчаса до свадьбы. Сейчас запущу, типа, подарок тебе берется. И рыдули залетит. Я сейчас 100 сабов подарю. You don't have my shoes, yes? If you want, а, то, что я выбрал, их нет. Firstly, we will check for trousers, then try both of them. Okay. Let's check for trousers. Эмил, да. Вы прям тоже свадьбу пойдете? Это вранье. Если у вас там вранье. Это вранье. Это не я. Штаны. Так, вы чуть маленькие, нет? Чуть-чуть маленькие, нет, штаны? Не знаю. У тебя хотя бы есть оборот, размер длинный. Такой хотя бы. А? Длинный пиздец. Что у тебя так торчат они? Не, ну это ж подрезать, а что? А, ну да. Подшить можно, говорит. Не знаю, тебе вот этот весь костюм надо, чтобы тебе его подшили под тебя. Потому что он как будто вот заебись, а как будто вот везде вот как-то духачивает. Ну штаны, да. В смысле? Ты нет, там подшить, тут что, подкрутить. Подшиваю, думаешь, за один день? Нет, вот он и есть, а проблема. Вот это не проблема. Ну это можно подвернуть просто. Длинноватые. Можно снизу подвернуть и все. Это просто подвернуть. Так, так делаешь. Просто так подвернуть, там иголочка так. Бэм. Вот, штучка и все. Ты а больше кто-нибудь будешь, да, заправлять? Он тебя просто торчит прямо с пиджака. Ну, я заправлю, да. Заправлю. Она удобная. Не, записано просто белая рубашка, черный пиджак, черный. Спасибо за сапку. Спасибо за сапку. Тип, ой, тип, чипс. Пишет, вах, бля. Кстати, небольшие. Ну, нормальные, кстати. Ну, типа, если будет падать, то ремень. Ну, я да. Твои туфли ебал. А, когда ну нахуй? Ты, брат, с таким свидетелем. Turn to mirror, please. Мне тапки не нравятся, естественно. This is 42, yeah? Почему не нравится? This is 42 and a half. How is size? Я тебе хотел, сука. Ты какой депутат прям сейчас. Такие классные были. Не, ну эти тоже неплохо выглядят, на самом деле. Просто тебе... The socks should be black. Да, тебе вот socks все перебивают. Попробуй socks другие. It's nice. Can you bring black socks, please? А, ну и когда вот все подвернуто, как-то с иголочки, прям хорошо выглядит. Тебе нравятся тапки? Как будто тапки не очень. Не, хорошо выглядит, нормально. Просто вот сокс прям все по. Are they okay? Yes, yes, yes. Can I take that? Thank you. Thanks a lot. Ну, кстати, смотри, чипсы отложишь. Да ну нахуй. Нет, на самом деле нормально, тебе надо только заправить и купить ремешок какой-то. Не буду заправлять, нахуй. Не будешь? Нет. Не, прям хорошо хоть выглядишь. You should be like that, exactly. Мне только тапки. Да нет, они хорошо выглядят. Я тебе говорю, тебе надо вот socks. Ты можешь прямо сейчас socks поменять? Макс, глянь, ты говоришь. All about the socks. When you change the socks color, are they black or... Юля скидывает. Типа нельзя просто мерить носки. А, окей, can I buy it? Socks? You can bring me and... Давай. Юля, если что, во-первых, это фотошоп, во-вторых, я очень хочу писить. Если что, я у Вади взвешивался, я 88,4 был.
А вот тебе, сука, тапки. Почему мне того размера? А их нет размера. Пошли, покажу тебе тапки. Слышишь? Короче, вот, смотри. Их нет размера. Бля, ты как будто понял владелец этого магазина. Вот эти, понял? Бля, какие классные. Бля, ну вот эта цапочка, пиздец. Подожди, а это другие уже или то же самое? Какие же? Это больше размера, понял? Это типа 44. Подожди, ну а у тебя какой размер? 43. Ты один 44, ты что, гонишь? Она не наденется. У тебя это 43. Четкие. Да, это четкие, понял? Оно будет выскальзывать, я уверен. Попробуй. Один размер — это вообще хуйня. Не, брат. Но пишут все равно, если что, вот это золото в чату не нравится. Не нравится? Да. Не, ну ладно, это уже кринж. Померяй. А, пишут, что это женский вообще. Нет. Я не знаю, какой это размер. Спроси. Я вам сказал, там есть 44 и 45. I'm crying about this. Ну что? It's too big. You are 15. It's 44, yeah? Yeah, пишут Памер. Что, зачем я кричу? No, but this is 40. It's 41. It's too small. Try that one. 41. You will see also. Ah, no, ладно, go. Before trying, use that one. Okay. Как с иголочки должен был одеть быть? Эвил, вот сейчас вы, вот именно вы шериф. По комфорту вообще есть? Vadim. Sorry? Vadim. You have in Turkish the same name, Vadim, yes? Vadim, I didn't heard before. Uh-huh. I'm coming. Uh-huh. Давай. О, я уже по-русски зашпрехал. А ну же все. Давай. Братан, я, чтоб ты понимал, я сейчас в этих ботинках утону на... Че, они плохо ли сидят? Они 45-е, брат. А что ты кричишь-то? Оу! Тебя чулки дали. Смотри. Какие мои? Мои забрали. Ладно, что ты реально бежевать. Не, слышь, прикольно. Ну они большие, видишь? Если бы они были чуть меньше. Они в 100 раз больше. Не, надо классик. Но мне не нравится то, что золотое. Ну чат пишет, Эль, а мне не, нравится. Правая предластая. А ну-ка, один черный, да-да-да. He is our tailor. He will make your measurement. Look for what? Ну что, норм? Да. Не, это хорошо смотрится. Exactly with black socks. Нет, с black socks вот так вот. Yeah. Everything is nice. Так, подожди, а если... Давай бабочку черную померим тебе. What do you think about butterfly? Butterfly here? No. Or... No? No, eat anything. Да, no, я тоже так что. Я вот тоже думал. Не, ну это слишком уже сексуально становится. Да, да. Ну, тебе хорошо делать. Wait. Put shirt in trouser. Put your shirt in trouser. А, вот эту херню? Yeah. Be relaxed, don't worry. Open the button. Ну да, только там. Не снимай, не гай. Мы все. А, да. Бля, я чё за секс-бомба, бля? Где two small or? Надо на, скажи, наверное, на два побольше.
Че я запил? Но вот минус вайп, что она каждый раз понял, расправляется. Вот надо, чтобы всегда было заправлено. Как там булочка такая. Да, да. Вот когда вот так вот становится, и такие длинные, то там. Не, нормально, когда вот так прям заебать. Вадя, этот чел хочет померить, но я не знаю зачем. Макс, мне дали, короче, туфли. Да, ну. Кагама. Ну. Знаешь, сколько стоит? Сколько? 1150. 150 тысяч? Да. Ну, мне за 200 дали. 150. Феррагамо туфли? Да. Ты у меня размер подобрать надо. Ты будешь брать их? Нет, я размер подберу и потом посмотрю какие-то другие. А ты когда стримишь, будешь сам? Я не знаю, завтра надо. Цена, подожди. Я нашел сам пару. Ну, все-таки.